Разбил машину, так еще и штраф заплати. Это история водителя из Черкасской области. Мужчина въехал в яму, пробил два колеса, вызвал полицию, чтобы потом подать в суд на коммунальщиков, однако сам был наказан. Все подробности этой истории расскажет Станислав Кухарчук. Бездорожье в Смеле начинается на самом въезде, а заканчивается на выезде, шутят водители. Но в минувшую субботу Дмитрию было не до шуток. Его автомобиль, попав в небольшую яму, лишился сразу двух колес. Ехал спокойно, никуда не поспешаючи. Была калюжа. И в калюже еще оказалось... Была канава такая, что я разрубал два скаты. Дмитрий сразу же вызвал на место полицию. Решил подать иск на смелянских дорожников. Однако приезд правоохранителей похоронил его надежды на возмещение убытков. Взяв у водителя заявление, полицейские заявили, должны составить протокол о нарушении Дмитрием правил дорожного движения. Штраф минимальный – 340 гривен. Вы мали предугадать эту ситуацию, предусмотреть. Якобы, как говорят, что вы должны были загальмовать, уникнуть зіткнення с этой ямой. Вы сами видите, куда объехать. Тут скрізь ямы. Чтобы избежать штрафа, Дмитрий письменно отказался от своего заявления. Это автостанция, где мужчина уже после встречи с патрулем менял резину на своем автомобиле. Работники говорят, на месте Дмитрия может оказаться любой. Да, маленькая ямка, я же говорю. Просто что, резкий. Обрыв, то есть гострая яма. Скорость 20-30 километров, оно готово. А вот в Смелянском отделении полиции действия патрульных, которые хотели составить протокол, называют обоснованными. Мол, по правилам дорожного движения водитель должен был предусмотреть аварийную ситуацию. Насчет отказа Дмитрия от заявления говорят, он поспешил. Протокол бы мог стать одним из доказательств, если мужчина все же надумает судиться с дорожниками. Працівники поліції роз'яснили йому механізм, яким чином в подальшому, якщо у нього буде бажання судитися і звертатися щодо відшкодування завданої матеріальної шкоди, він може звернутися до правоохоронних органів. Правда, сам Дмитрій тепер не уверен, що буде подавати іск. Тим временем в Смілянській мерії вже анонсували ремонт дорог, по крайній мірі, в центральній часті міста. Станіслав Кухарчук, Павел Тимошенко, подробності телеканал Інтер, Черкаська область.